Недавно на канале я опубликовал видео ДТП. Спасибо большое всем, кто принял участие в обсуждении вопроса, кто же все-таки из водителей был виноват. Тралтом, который стоял на этом мосту, или водитель вот этого Мерседеса-песковоза. Были мнения, что виноват Трал, были мнения, что виноват водитель песковоза, были мнения, что вполне возможно будет обоюдка, и было даже мнение, что виновата подводная лодка. Но, наверное, пора раскрыть карты. А, кстати, было мнение, что этот вопрос решит битва адвокатов. Так вот, битва адвокатов решила вопрос. Но давайте еще раз посмотрим коротенький как раз вот этот момент самого ДТП, если кто вдруг не видел. Итак, едем. Бабах, все, произошло. Ну что ж, сейчас вы на экране увидите копию постановления о прекращении материала по данному ДТП. Естественно, все данные пришлось убрать. Но, тем не менее, мы видим, что в данной ситуации виновником ДТП был признан водитель вот этого Мерседеса-песковоза, который не предусмотрел, не убедился, вовремя не остановился и тому подобное, А прекращен материал, потому как в его действиях нет состава административного правонарушения. Но виноват все равно он. Так что теперь жду ваши комментарии на тему, справедливо ли был признан виновником ДТП водитель вот этого Мерседеса. Увидимся в следующих роликах. Всем до встречи. Пока.